Убитый 20 августа религиозный деятель Замирбек Махмутов похоронен в ауле Иргаклы Ставропольского края в тот же день. В погребении религиозного деятеля приняли участие его родные и близкие, мусульманское духовенство, жители села и приезжие из соседних регионов, всего около 500 человек. Прихожане мечети в ауле Иргаклы отмечают, что Замирбек Махмутов пользовался большим авторитетом в местной мусульманской общине. Как сообщал Кавказский узел, тело Замирбека Махмутова было обнаружено утром 20 августа на дороге в мечеть, куда он направлялся на утреннюю молитву. Родственники Махмутова связывают это преступление с его профессиональной деятельностью. По мнению муфтия Ставрополья Мухаммада Рахимова, убийство Замирбека Махмутова не связано с его деятельностью. По его словам, угрозы в адрес Махмутова не поступали. Ссылаясь на данные, полученные от следствия, Мухаммад Рахимов рассказал, что в Махмутова стреляли два человека. В МВД Ставропольского края ситуацию с убийством религиозного деятеля пока никак не комментируют.